Лампы Ферон. Здравствуйте! В эфире iNews, в студии Андрей Соколов, и в ближайшие минуты самые интересные новости из мира высоких технологий. Компанию Sony буквально преследуют неудачи с новой линейкой смартфонов. Сначала широкий резонанс вызвал 4К-дисплей в Sony Xperia Z5 Premium. Выяснилось, что ультрачеткое изображение, которое выдавал смартфон, время от времени соскакивает на вдвое меньшее разрешение. Тогда в Sony оправдались тем, что все равно большая часть контента не имеет 4К-разрешения, а понижение ультрачеткого формата до Full HD — это существенная экономия энергии. Возникает вопрос, почему с помпой, выпуская первый в мире смартфон с 4К-дисплеем, в Sony не озаботились энергопотреблением, а решили пойти на урезание характеристик. И вот теперь новая напасть с дисплеем только уже в младшем смартфоне линейки Sony Xperia Z5 Compact. Оказалось, некоторые экземпляры имеют проблемы с откликом. Иногда дисплей некорректно реагировал на нажатие или вовсе не отвечал на прикосновение. Похвально, что в Sony не стали замалчивать или игнорировать проблему, а пообещали прислать программную заплатку, которая и устранит недостаток. Пользователи Z5 Compact должны получить ее уже в ближайшие дни. Российская студия «Кефир» работает над шутером, в котором у игрока будет всего-навсего одна жизнь. Проект и название получил соответствующее «One Life», что и означает «одна жизнь». Геймплей будет построен на выживании. Игроки окажутся в открытом мире, где займутся сбором ресурсов, строительством своих баз и нападением на чужие базы. Каждый пользователь получит в свое распоряжение персонажа с одной единственной жизнью, и после его гибели придется покупать игру заново. В One Life будет реализована система взятия в плен врагов. Игроки смогут решать чужие судьбы. Когда уровень здоровья противника опустится до критической отметки, геймер сможет выбрать, убить его или пленить. Таким образом, пленник сможет получить шанс выжить и, соответственно, не тратиться на приобретение новой жизни. Получит ли такая идея отклик у игроков, пока неизвестно. Возможно, многие не захотят покупать игру после каждой гибели персонажа и оставят ее после первого же поражения. Но наверняка найдутся и энтузиасты, которым подобная система симуляции жизни придется по душе. Дата выхода One Life пока не сообщается. В завершении рубрика «Видео» Ронни Абовец, руководитель проекта Magic Leap, представил новую демонстрацию того, как будет выглядеть дополненная реальность с такой гарнитурой. Напомним, почти год назад компания Google купила небольшой стартап Magic Leap, который разрабатывал одноименные очки дополненной реальности. Они работают по аналогии с разработкой Microsoft HoloLens. Гарнитура анализирует окружающую реальность и накладывает виртуальные объекты, с которыми затем можно взаимодействовать. Как утверждают разработчики Magic Leap, видео, которое вы сейчас видите, снято непосредственно через эту гарнитуру и без какой-либо обработки. Что ж, выглядит впечатляюще. Можно только догадываться, какие возможности такая дополненная реальность открывает для работников IT-сферы, дизайнеров, художников, преподавателей и студентов, а также для игроманов. Остается только дождаться выхода девайса в продажу. Но тут все туманно, никаких сроков разработчики Magic Leap, к сожалению, не называют. Пока на этом все. Смотрите iNews и оставайтесь в курсе самых интересных событий из мира IT-индустрии. Также присоединяйтесь к нашей группе в социальной сети ВКонтакте. Адрес сообщества сейчас на ваших экранах. В студии был Андрей Соколов. Всего доброго. До встречи.